Друзья, всех приветствую. Сегодня хочу рассказать о том, как можно получить вид на жительство Франции. Франция – одна из самых популярных стран Европы. Она привлекает большое количество иммигрантов и туристов. Многие хотят побывать там хоть раз, насладиться архитектурой, гастрономией и побывать на Лазурном берегу. А тех, кто уже бывал однажды, привлекает ряд возможностей, широкий выбор учебных заведений и шанс трудоустроиться. Поэтому вопрос получения вида на жительство Франции остается открытым. Какие преимущества дает вид на жительство Франции и как его получить, расскажу вам далее. Как получить ВНЖ? Чтобы получить ВНЖ Франции, сначала необходимо определиться с основаниями для переезда. Государственный орган тщательно проверяет цель переезда и весомость оснований для оформления вида на жительство Франции. Поэтому важно оформить все документы правильно. Получение визы во Францию и ВНЖ не вызывает трудностей, если заявитель вступил в брак с гражданином Франции, успешно зачислен в учебное заведение, приглашен в страну для работы по контракту, имеет близких родственников, является инвестором и делает вклад в экономику страны, проживает в семье по программе АОПР, занимается наукой или является деятелем искусства и планирует проводить культурно-научные исследования во Франции. Процедура оформления. Первым шагом нужно подать заявление в посольство на оформление долгосрочной визы типа D. Выдается она, как правило, сроком на 1 год. И там же необходимо предоставить пакет документов, а также оплатить государственную пошлину. Пакет необходимых документов. Заграничный паспорт и копия главной страницы, копии страниц российского паспорта, фото. Если цель визита работа или учеба, необходимо предоставить приглашение от работодателя или учебного заведения, выписка из банка, подтверждающая наличие достаточных денежных средств, медицинская страховка, заполненное заявление, подтверждение места жительства, документы, подтверждающие семейное положение, сертификат, подтверждающий знание французского языка, а также истории и культуры, разрешение на въезд страны для ребенка. Весь пакет документов необходимо перевести на французский язык и заверить. Если цель визита – ведение бизнеса, тогда потребуется справка об отсутствии судимости и бизнес-план. В случае, если заявитель является финансово независимым лицом, необходимо подтвердить достаточное количество ежемесячного пассивного дохода. Преимущества. Не требуются инвестиции, достаточно иметь адрес проживания во Франции, это может быть арендованная или приобретенная квартира. Для продления ВНЖ Франции не требуется проживать на территории страны. При этом вы можете проживать во Франции все 52 недели в году. Получение ПМЖ после 5 лет проживания во Франции, гражданство Франции после 5 лет в статусе ПМЖ, а также разрешено двойное гражданство. Франция не обязывает становиться налоговым резидентом на в категории визитер, но рекомендуется подавать налоговую декларацию во Франции после 3 лет проживания в стране для ПМЖ и гражданства. Друзья, каждый сможет подобрать наиболее подходящее основание для иммиграции и, соответственно, получить ВНЖ Франции. Главное – заранее определиться с целью въезда в страну, а также подготовить все необходимые документы заблаговременно. При соблюдении всех требований проблем получения ВНЖ не возникнет.